Дмитрий Баранов приехал. Очень серьезный боец. Он чемпион Европы по кикбоксингу прошлого года. Завоевал золотую медаль на турнире в Братиславе. Но, кстати, это интересный факт, что Дмитрий Баранов, помимо того, что является профессиональным бойцом, уж не знаю, как сейчас, но, во всяком случае, до недавнего времени работал на заводе «Нафтан» в цеху номер 8 сливщиком-разливщиком, друзья. Кто не знает, сливщик-разливщик должен знать свойства веществ, уметь распределять их по нужным цистернам для последующего использования. Вот так. Ну, то есть талантливый человек, талантлив во всем. Также Дмитрий Баранов боксировал в Китае несколько раз и делал это весьма и весьма успешно. То есть профессиональный опыт у него есть, причем довольно неплохой. 18 боев, 13 побед. Ну, а что касается Сергея Пономарева, то это очень крутой и сильный любитель. Потому что он заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. Причем интересно, что боксировал он в лайт-контакте. Да, то есть это разновидность кикбоксинга. Это не К1, это даже не лоу-кик, это не фулл-контакт, это лайт-контакт. Но при всем при этом он выступил на турнире ТНА. По-моему, даже был его первый бой по профи. И он выиграл у очень сильного грека Роберта Оганесяна, показав при этом отличнейшую технику для профессионального уровня. И действительно он удивил, приятно удивил. Я думаю, что у этого парня реально большое будущее. Что касается людей, которые вывели Сергея Пономарева, то это известные российские тренеры, заслуженный тренер России Сергей Матвеев и также не менее заслуженный тренер Давид Зильберман. В красном углу ринга уроженец города Новополоцк. Ему 31 год, рост 182 сантиметра. В его активе 18 боев, 13 побед, 3 нокаута, 3 поражения и 2 ничьи. Он мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Чемпион Республики Беларусь по кикбоксингу в разделе K1 2014, 16, 17 и 18 годов по версии WAKO. Чемпион Европы по кикбоксингу 2018 года в разделе K1 по версии WAKO, представляющий клуб «Олимп» из Республики Беларусь, Дмитрий Баранов! Ровно по диагонали в синем углу. Кикбоксер из города Соликамска, Пермского края. Ему 24 года, рост 186 сантиметров. Его дебют принес ему победу нокаутом. И сегодня состоится его второй профессиональный бой в карьере. Он чемпион России по кикбоксингу с 2014 по 2018 годы. Чемпион Европы по кикбоксингу 2016, 2017 и 2018 годов. Победитель Кубка мира по кикбоксингу с 2014 по 2018 год включительно. Чемпион мира по кикбоксингу 2015 и 2017 годов. Амбициозный представитель клуба «Tough Guy» Сергей Пономарев! Рефери в ринге Вячеслав Медряковский. Правила знаете, да? Клинч запрещен, все удары захватами запрещены. Броски запрещены, только чистый бой. Окей. Итак, друзья, очень серьезный тест для Сергея Пономарева. Опять же, несмотря на все заслуги в любителях, да, профессионал — это совершенно иное дело, но Сергей уже показал, что, в принципе, он готов боксировать по профессионалам, что он смог перестроиться, хотя разговаривал с тренером Сергеем Матвеевым, и, конечно, он сказал, что работать еще нужно очень-очень много. Давайте посмотрим. Неспешное начало. Сергей проверяет Дмитрия джебом. Ну, смотрите, да, Сергей сразу же предлагает сопернику силовые удары. И не менее мощно отвечает ему Дмитрий.
Достаточно осторожное пока течение поединка. С передней ноги Сергей опять защиту проверяет. Дмитрий хорошо прикрыт. Неужели только 5 человек громкими аплодисментами поддерживают бойцов? Казань, дайте шума! Хорошая серия в исполнении Пономарева. И тут же правый сбоку. Хорошо здесь так, повторные атаки, отлично. Вот опять же, да, мы говорим о том, что Сергей вполне адаптирован к профессиональным боям, наносит хорошие силовые удары. Ну и опять же техника, да, вот та техника, которая была получена в любителях, она, безусловно, Сергею поможет. Но, опять же, оппонент опытный, оппонент титулованный как в любителях, так и по профессионалам, тоже видавший виды, поэтому легко не будет точно. Поменял стойку Дмитрий, тут же получил с ноги по корпусу и хорошо так столкнул соперника Сергей. Ой-ой-ой, как плотно вложился в печень и тут же попытался перевести на голову Дмитрий, но Сергей атаку эту выдержал и сам попытался там в размене свои удары выбросить. Попал левый сбоку. Посмотрите, как плотно работает. Ой-ой-ой-ой-ой, какие жесткие удары получает Сергей Пономарев. И видно, что надо ему пережить и восстановиться. Очень мощно отработал. Посмотрите, левый сбоку попал, да. И вот тут только канаты уберегли Сергея Пономарева от падения на канвас. И да, тревожно очень. И тут же идет дорабатывать. Еще раз попадает и левый, и сбоку, и справа. Попадает Дмитрий Баранов, идет дорабатывать. Посмотрите, уже прихватывает соперника Сергей. Хороший удар по туловищу в исполнении Баранова. Заходит. 30 секунд, надо еще потерпеть. И опять попадает правый боковой Дмитрий Баранов. Прям наметил себе цель Дмитрий Баранов. Он хочет закончить здесь. И все прямо вот в этом самом раунде хочет выиграть нокаутом. И Сергею, конечно, здесь нужно потерпеть, постараться. Ой, еще раз попал. Очень жестко еще раз. Да, и видно, что ведет и останавливает этот поединок Вячеслав Митряковский. И Дмитрий Баранов одерживает победу. Одерживает победу на опыте. Да, все-таки говорили мы о том, что Серега много чего выигрывал в любителях. И вот, конечно, боксировать с такими жесткими парнями, как Дмитрий Баранов. Не то чтобы рано, да, потому что, в общем-то, на месте Дмитрия Баранова должен был быть еще более опытный Юрий Бессмертный. Да? И в итоге мы видим, чем все закончилось для Сергея. Но, опять же, это ни в коем случае не умаляет заслуг Дмитрия Баранова, который просто вышел и сделал свою работу. Как бы, наверное, это не было печально для поклонников Сергея. Но, опять же, он только-только начинает свой путь среди профи. И я думаю, что вот этот бой станет для него очень хорошим опытом, который он использует во благо. Ну, а Дмитрий Баранов может наслаждаться этим успехом. И он шагает в полуфинал. Он успешно вышел на замену. Показал, что абсолютно не зря его пригласили. Сергею хотелось бы пожелать скорейшего восстановления и физически, и самое главное, эмоционально, да, как он справится с этой неудачей. Но, опять же, рядом с ним хорошие специалисты, поэтому, я думаю, они в этом смысле помогут. Дайте аплодисменты обоим! Но вы видели все сами. Это правило дна. И за проведенный нокаут победа присуждается бойцу красного угла. Торжествуй! Дмитрий Баранов передает всем привет, подходит к углу соперника, благодарит тренеров, да, еще раз мы видим, да, ну, тут, в общем-то, все без вариантов, все абсолютно по делу. Громко, 100%.